Сын расспрашивает отца долго. Папа, а папа, расскажи о своих приключениях в зоне. Ну, сижу я, значит, в кустах. Ага, в засаде сидишь, да, пап? Ну, пускай будет в засаде. Одно другому не мешает. Не попадайся им на глаза! Чё там показывай? Короче, артефактов малёха есть, таких еще притаранить можем. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. А, ну теперь все ясно. Валим их!
конечно, поживее. Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Thank you.
неудачник. Тронешь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров, вообще никто... Ну, здорово. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда. Здравствуй. Вот послушайте, мужики. Да чё ты топчешь? Давай, давай, не задерживайся.
там шуршит, ноги босые свисают. Сталкер подкрадывается и царь доложь хорошо. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. А чего я как-то слышал? Один сталкер у другого спрашивает. А знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает вот такая. Вот такое знает кто? Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: «Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да?» Вот очочки поправил, и ему так осторожно: «Почему вы тут решили, что препарат был заменен?» А сталкер: «Так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули, а сейчас вдруг плавать начал». Чтобы не слететь с катушек и ждать судьбы красиво. Привет, брат.
оружие убрал, мужик? У нас здесь лагерь как-никак. Вали! Ломал подарочек! Красиво завалился! Как говорится,
Ну что, иди, иди, нечего тебе тут делать. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Здравствуй, сталкер. Ну, удачи тебе. За неделю подожди.